Сегодня 8 сентября 2019 года. Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном-любитель, первооткрыватель 58 переменных звезд и 11 кандидатов планетарной туманности, автор двух собственных научных статей по астрономии, опубликованных в научных журналах. Я нахожусь в окрестностях поселка Ливадия Приморского края, на своей малой родине, на побережье Японского моря. К огромной моей беде я продолжаю вынужденно скитаться. С 23 января 2017 года. Из-за невозможности безопасного, беспрепятственного проживания в своем единственном жилье в городе Москве. В комнате номер 2 в двухкомнатной коммунальной квартире номер 210 по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1. И из-за невозможности безопасной и беспрепятственной продажи данного моего единственного жилья. Все мое астрономическое оборудование, все мои личные вещи остались в моей комнате. Я лишен возможности заниматься наблюдательной астрономией. Я лишен возможности подготовиться к поступлению на обучение в университет на астронома. Мне негде подготовиться к вступительным испытаниям. К огромной моей беде, я скитаюсь вдалеке от Москвы. И я вчера не смог участвовать в праздновании Дня города Москвы. Как и сегодня, я не имею возможности проголосовать в единый день голосования на выборах. Я хочу приносить пользу науке России своими научными открытиями и своими астрономическими знаниями, но я лишен возможности для этого. Пожалуйста, помогите мне продать мою комнату, чтобы я смог купить себе взамен иное жилье, в котором мог бы безопасно жить, заниматься наукой и астрономией и подготовиться к поступлению в ВУЗ на обучение на астрономию.